Я бы хотел, чтобы наша конференция была ориентирована на молодых урологов, которые хотят выполнять все виды оперативного вмешательства в урологии. И чтобы доклады на нашей конференции не носили характер каких-то эксклюзивных, сложных случаев, а в том числе это были бы доклады обычных, стандартных, классических, иногда простых операций. А в будущем году мы планируем провести нашу видеоконференцию совместно с гинекологами и проктологами. Называться она будет «Оперативное лечение заболеваний органов малого таза». И вот эта вот междисциплинарная проблема, я считаю, очень интересна. И в следующем году обязательно мы проведем такую конференцию.